Спешите говорить слова любви, пока родные рядом вместе с нами. Так много в этом мире суеты, не опоздайте с важными словами. Сострадание проявить, плечо подставить в трудную минуту, ведь больше шанса может и не быть. Вы чью-то жизнь наполните сердце на замок, ведь подобрать ключи бывает сложно. Дарите людям радость и любовь, и будьте со словами осторожны. И главное сказать и примириться с тем, кого задели. Пусть Божьего прощения благодать через вашу жизнь проявится надежда.